Главное управление МЧС России по Челябинской области сообщает, что в металлургическом цехе на медеплавильном предприятии «Карабашмедь» в городе Карабаше произошел выброс пара, в результате которого телесные повреждения различной тяжести получили не менее 10 работников предприятия. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На место ЧП направлены силы и средства МЧС и Миасского гарнизона пожарной охраны. В местной больнице сообщили, что сейчас все пострадавшие находятся в больнице, четверо из них в тяжелом состоянии. В Минздраве Челябинской области заявили, что сейчас ожидается приезд санавиации для транспортировки пострадавших в городские больницы Челябинска и Миасса.